Так, с этой областью аккуратно, глубоко ходить не будем, потому что здесь бывают, то есть когда корректируете форму носа, все равно там ритм кавказской интонации и так далее, потому что, ну, как бы без коррекции еще вот этой вот части, ну, как бы горбинку там и так далее не скроешь. Поэтому сейчас у нас часть уйдет в носик. Здесь уже будет не очень приятненько. Mm-hmm. Вот. Смотри, у нас аппарат осталось, ну, скажем, ровно 0,2. Мы делаем с целью коррекции залома или что-то делать? Да, у нас цель хоть на первом этапе хотя бы повлиять на заломчик. Чуть-чуть. Вдох. Вот чем ближе сюда, делаем немножко, смотрим, есть там или нет. Трех и так далее. Лучше, но у нас момент такой, здесь вот есть родинка, долинка, которая нам не очень нравится. Мы ей тоже нравимся. Ну, хмуриться-то не надо сегодня. Не хмуриться, не плакаться вообще сегодня, мистер. Безэмоционально. Полная песня.